Всем привет! Сегодня пятый день, как я в Тунисе. Отпуск проходит очень хорошо, весело. Прям все круто. Я прям вообще балдею. Сейчас я через пару минут отправляюсь на новую экскурсию. Экскурсия называется «Зоопарк». Плюс какими-то там танцами местными жителями. Как они называются, я сейчас не могу вспомнить. Вернее, слово у меня в голове есть, но не смогу выговорить. Вот, думаю, будет очень интересно. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Вот, по возможности все буду снимать. Какой красивый вид сзади, да? Красиво? Вот, в общем, как-то так. Поехали, друзья. Друзья, ну что, мы вот поехали в зоопарк. Сейчас будем гулять по зоопарку, вот ворота в африканском стиле. Жара, пекло конкретно. Вот так вот. Так, друзья, пойдемте гулять по зоопарку. Сейчас будем осматривать животных, территорию. Ой, как хорошо, мне так нравится жара, это вообще кайфую. Водопад вот. Кайфую, не знаю, как другие. Но у меня кайф просто от этой жары. О, фламинго, друзья, фламинго. Привет. Какая красота. Смотрите. Привет. Кот, может, ты с ней сядешь на руках? Может, дети, ты с ней на руках дети, сядешь? Дети. Значит, фламинго, смотрите. Подруги, покачаемся. Красота какая. О, какие красивые. Пойдемте дальше. Здесь кто? Ой, а там кто? Там кто? Лемуры. Лемуры? Лемуры. Ой, кто ко мне пристал? Кыш. Кыш, мухи. Фу. Вот лемур. Вот лемур отдыхающий. Так. Вот там маленькие лемуры. Мини-мини. Кушают. Идемте дальше. Идем дальше. $10 сфотографироваться с лемурами. Ну, а потом сфотографируюсь. Или не буду фотографироваться здесь. Не знаю. Так, друзья. Продолжаю снимать. У меня закончилась, короче, память на карточке. Это на видеокамере. Тут черный лебедь. Где-то должен быть. Не видно. Пойдемте дальше. Вот водопад красиво течет здесь. Черного лебедя не видно. Пальма кругом. Так, здесь кто у нас? Это львы. Котики какие-то морские, наверное, да? Не? Да, видно. Он там плавает. Угу. Спрятался, паразит, а? Ведь спрятался. Черный лебедь тоже спрятался. Черный лебедь там сзади. Так, пойду. Так, мухи надоели. Так, все. Фу, кыш. Вот, короче, здесь морские котики, вон плавают. Идем дальше. Парк в стиле
Значит, в африканском стиле нам сказали, дети неугомонные кричат. От них подальше держаться лучше. О! Вот как-то так. Очень много зелени. Очень много зелени. Красота. Какие-то бунгало вот стоят. Здесь тоже магазинчики, наверное, там. Масло черного тмина. Тут вот что-то написано, это средство. Там чего-то, чего-то. Вот так вот сейчас я вам покажу вот полный обзор этого зоопарка. Вот. Куда идти? Пойдемте сюда. Фото, наверное, я здесь делать не буду, потому что со всеми животными могу сфотографироваться в Москве. Так, здесь у нас хищники вроде. Yes. Кити-кити. Кити-кити. Киса-киса. Кс-кс-кс-кс. Кити-кити. Кити. Кити-кити. Кити-кити убежала. Кити-кити убежала. Так. Идем дальше, товарищи мои. Ставим лайки этим животным. Так, самолет полетел, шумит. Здесь кто сидит? О, сова. У. Какая сова. Вот, сова там спряталась. Здесь курицы. Так, что еще сказать? Тут этот, как он называется, с этими иголками. Я забыл, как он, как его звать. Вот они отдыхают. Вот. Не помню. Ой, какой камень горячий. Как же он называется? Блин, зверек этот. Не помню, как он называется. Ладно. Идемте дальше. Леон, тигре, пандерс. Хай. Так. О, черепаха там, черепаха, гигантская черепаха. Вот там, видите? Вот, гигантская черепаха, ей 25 лет сказали. Вот она отдыхает там. Так, а здесь енот, что ли? Еноты. Ой, ему там вообще хорошо. Он где-то не здесь. Вот енот уже из-за жары. Енот куда-то уже во сне ушел. Так, а здесь никого нет, что ли? Кто это? Ой, май гад. Кс-кс-кс-кс-кс. Кити-кити-кити-кити. Видите? Не видите. Так, типа леопарда, что ли? Какое-то животное. Не знаю, как оно называется. Короче, кошкообразное животное. Кити-кити-кити-кити-кити. Не знаю, вы видите, не видите. Ой, как красиво, смотрите, как красиво. Как красиво. Панорама просто шикарна.
А, это сервал, друзья. Это сервалы были. Вот сервал. Вон там сервалы. Сервал. Так. О, тигр. В воде купается. Хай. Кити. Хорошо тебе там? Beautiful. Yeah. Ой, сидит как? В водичке. Куда залез? Вон второй. Вон третий отдыхает. Кити. Хай. Хорошо ему. Так. Идем дальше, друзья. Вау, такая панорама шикарная. Охренеть. Так вот. Рома. Лис. Вау. Белые тигры здесь. Белые тигры. Вот второй в своем собственном бассейне отдыхает. У них большие вольеры очень. Очень большие. Здесь кто? Львы, друзья, смотрите-ка, львы. Маленький, мини-мини. Сейчас. Тут опять дети. Хай. Тут дети. Так. Хай. Hello. Вот, кушает молоко. Вот, маленький. Кушать хочет. Маме жарко. Папа отдыхает. О, встала. Пошла. Папу спрятала, к папе пришла. О, к папе пришла. Папу спрятала. Так, здесь никого нету вроде. Никого нету. Так, пойдемте дальше. Друзья, вот какое-то еще одно животное отдыхает. Где оно там? Не вижу, вот. Я не знаю, как оно называется. Этому животному очень хорошо просто. Я не знаю, английского читайте сами. Так, идемте дальше. Тарам-пам-пам-парам. Здесь кто? Никого нету здесь. Так, ладно. Так, идемте дальше, друзья. Здесь что написано? А, это ресторан. Крокодил? Е? Крокодил? Сейчас крокодил вам покажу. Ой, кити-кити. Кити-кити. Кити-кити отдыхает. Вон маленький. Хорошо здесь в ресторане, кондиционеры. Вау.
Окей. Thank you. Thank you very much. Где крокодил? Крокодил! Охренеть! Смотрите. Охренеть. Крокодил. Вот второй. Welcome to. Yeah. Mm-hmm. Три. Yeah. In grot. Ah. You like? Ага. Yeah. Thank you. Вон там третий. Их тут три. Посмотрите, какая красота. Какая красота, друзья. Охренеть. Здесь так хорошо. Тут такой сильный ветер. Просто охренеть. Beautiful. Beautiful. Yeah. Good luck, Africa. Вообще. Шикарно. Красота кругом. Куда идти дальше, не знаю. Там кто? О, эти. Жираф. Какая красота. Жирафы. Охренеть. Ой, и поезд едет еще. Охренеть. Ну так, друзья, у меня снова были проблемы с записью, так как у меня переполнена карточка памяти на видеокамере. Я теперь каждые 10 минут иду и удаляю все, что мне уже не нужно. Здесь вот верблюдов кормят за отдельную плату. 10 динар. Hi. Beautiful giraffe. Ой, какие классные. Какие классные. Можно кормить потрогать жираф. В интернете? Кормить потрогать можно. 10 динар? Да. Yes. Идем дальше. Посмотрите на эту красивую зелень сочную. Сочную зелень. Вот из этого растения делают текилу. Текила растение. Ой, сурикаты кто это? Сурикаты, да, я угадал. О, кити-кити. Кс-кс-кс. Какие классные. Такие милые, классные, загорают. Ой, какие классные милашки. Прикольно. Ой, он там кто-то ругается. Там один ругается. Ой, какой классный. Ой, какой классный. Так, идем дальше. Идем дальше. О! О! Слон. Слон. Слон, друзья. Там слон. Вот. Смотрите. Вот слоны стоят. На меня посмотри. На меня посмотри. Ну на меня посмотри. Так, прекрасно. Сейчас сфотографировались, уходим отсюда. Пусти Филиппу, что сядем. Дальше идем. Опять жирафы вон стоят. Ну это одни и те же, я просто кругами хожу. Корова там какая-то местная, африканская, еще с ними. Вот это вот корова. Их местная. Или я ошибаюсь? Вроде бы это корова их. О! Сейчас на меня нападет.
Давай ножкой, все, ножкой. Ай. Короче, друзья, все перепутал, как всегда. Предыдущие животные — это не коровы, а кто-то другой. Коровы вот. Это бычок. Белый бычок. А вот эти уже коровы африканские. Вот это вот реальные коровы африканские. А те предыдущие я не знаю кто. Вот кушают. Ой, какой классный теленок. Вот. Это мамаша, наверное. Вот стоит африканская корова. Бычок такой классный, белый вообще. Спрятался. Рога, какие рога, смотрите. Видите, какие рога? Охренеть. Вон какие рога, видите? Такие милые животные. Как кричат. Он идет. С рогами как. Какие большие рога вообще, охренеть. Охренеть. Ой. Пойдемте дальше, друзья. Маленький теленок. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Вот, мамаша вышла какая. Вот, смотрите. Вот идет, орет. Сейчас всех здесь разнесет, пух и прах. Пошла жрать. Идет жрать. Мне нужно идти дальше. Так, друзья, продолжаю вести экскурсию для вас. Тут вот, кто это? Не знаю, кто это. Вот тут читаем. Это вот они стоят здесь. И бедненький. Что-то говорит он. Иди ко мне, иди, иди ко мне. Иди. Иди ко мне, иди. Иди. И маленький. Маленький. Хороший. Не надо плакать. Зачем плачешь? Не надо плакать. Плачет. Маленький. Как плачет. Он скучает. Ой, еще маленькие. Ой, какие классные. Хай! Вон какие маленькие. Плачут. Такие классненькие, смотрите-ка. Ой, плачет. Хай! Да. Олени кормят, сфотографируют. Е. Олени, сказал он мне, да? Олени, е? Олени, е. Алло, алло, алини кормит, посмотри, посмотри. Он не сфотографирует. Е. Ай, 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 оп. О, beautiful. Будешь кормит? Ну. Друзья, вот верблюды. Вот видите, верблюды. У этих верблюдов два горба. Не видно, наверное, вам. Вот. Чуть-чуть видно. Вот, если будет возможность, я к ним поближе подойду. Сейчас у меня лицо, наверное, такое большое. Надо зум убрать. Но Африка, Сахара. Нужна фотка. Друзья, вот еще одно животное. Какой-то козел, наверное. Вот стадо полностью. О, как бегают. О, как встали красиво. Ой, красота. Ой, красота. Мне нужно на выход срочно. Я уже час хожу. Вот.
отдыхают красавцы. Все, надо уходить быстрее. А то это автобус без меня уедет. Что я буду делать здесь? О, кошмар. Надо быстрее уходить. Ух. Все, ухожу, бегу. Друзья, в общем, все, экскурсия подошла к концу. О, все, сейчас в автобус воды пить. Сейчас началось представление морских котиков, но я это все видел и несколько раз. И мне это неинтересно смотреть, и вы это тоже видели. Я думаю, как на моем канале, так и на других каналах YouTube. И вообще только это самое. А вот черный лебедь, о котором я вам говорил. Вот черный лебедь, сейчас я вам покажу его.